Количество детских игровых площадок у нас в районе возрастает с каждым годом, что немало радует его жителей, в особенности детей. Буквально неделю назад в хуторе Новоалексеевском была установлена очередная детская площадка. Конечно, не все работы еще завершены, говорит глава поселения Руслан Туторишев. В дальнейшем планируется сделать изгородь вокруг площадки. Аналогичная игровая площадка была установлена также в ауле Хачимзи. Обе эти площадки были приобретены Капланом Борцевым в виде спонсорской помощи. В кратчайшие сроки площадки были установлены, и к 9 мая работы были завершены. Ограждение площадки стало возможно благодаря жителям аула, которые приобрели материал за свои средства, после чего смонтировали ограду. Помимо этого, средства Каплана Борсова была установлена входная дверь в Доме культуры в хуторе Новоалексеевском. Далее Руслан Туторишев поделился с нами информацией о том, что также приобретено еще два комплекса. И они будут установлены в хуторе «Красный фарс» и хуторе «Отрадном». Глава поселения Руслан Туторишев выразил благодарность всем тем, кто помог в приобретении и установлении детских игровых площадок. От себя лично, от администрации Дмитриевского сельского поселения, от жителей поселков Новоалексеевский, аула Хачимзи, я хочу выразить огромную благодарность Борсову Каплану в приобретении детских площадок для детей. Пожелать ему всего самого наилучшего, и чтобы не оскуднела его рука, которая приносит так много пользы и для детей, и для поселения. Кроме этого, хочется поблагодарить всех жителей поселения, которые принимали участие в установке этих детских площадок. Это не только большое подспорье для нас, но все-таки строим мы это для детей нашего поселения. Еще раз большая благодарность всем, которые принимали участие.